лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его нет. Интересно, мои маленькие, завтра день рождения. Не знаю, что ей подарить. Может, топор красивый? Топор? Ты серьезно? И что стало с этими парнишками с Фарер, которые пошли в руины сокровища искать? Не знаю. Если только кажется мне, что мы их больше не увидим. Что-то похожее на рев оленя. Почему ты так говоришь? Только громче. Пошла я. В чем дело? Я вижу, ты человек в боях и походах искушенный. А мне помощь нужна. Видишь, какое дело. Я о сыне беспокоюсь. Ушел он из дома и вторую неделю не возвращается. Ты не посмотришь, что с ним. Сперва поговорим о награде. Много. Придется у родни призанять. Но пускай будет так. Для сына не жалко. Где мне искать твоего сына? На развалинах крепости, к востоку отсюда. Он пошел туда с какими-то бродягами с Фарер. Он в таверне с ними познакомился. Задурили ему голову разными историями про какие-то тамошние сокровища. Говорил я сыну, на Фарерах одни лжецы. Не водись ты с ними. Ну так ему же лучше знать. Как его узнать? То, что он не слушает отца, свойственно почти всем молодым людям. Зовут его Ольве. Веселый, шепелявит чуть-чуть. С виду-то он неприметный. А еще, когда он уходил, была на нем желтая рубаха. Красивая. У нас в деревне ни у кого такой нет. Он ее от меня получил год назад, на день рождения. Этого, наверное, хватит. Я поищу, но ничего не обещаю. Осторожней! Привет. Привет. Позволишь взглянуть на твои травы? Thank you.
Увидимся. Удачи тебе. Но ветра все еще разносят заразу. Да ну! А помнишь, как в том году Йоле сорвался вместе с конем со скалы? А, это ты. Первый чужак, который хочет участвовать в скачках смельчаков. Ты же поедешь? Если что, место-то найдется. Поеду, поеду. Может, даже выиграю. Если ты не только болтать умеешь, но и из седла не валишься, кто знает. Люди, раскройте уши! Скачка сейчас начнется! Во славу Великой Матери поедут Быстрый Освальд, Свен Нелюдим и Геральт из Риви! Деритесь самолония! Готовьте! А потом волной едва дракары в заливе не перевернули. По-моему, там упала звезда. Давай! Давай!
Никто не обгонит быстрого Освальда! Держись от меня подальше, приблуда! Никто не обгонит быстрого Освальда! Держись от меня подальше, приблуда! Все как ты и говорил. Ты выиграл. И слава твоя, и награда. И что стало с этими парнишками с Форель, которые пошли в руины сокровищницы? Да. Ну, похоже, не знаю. Только кажется мне, что мы больше не будем там упорозить. Давай! Давай, плотва! Но! Раны от клыков и когтей по всему телу. Но объедали уже труп. Парень погиб от удара по голове.
побежал в логово зализывать раны. Надо его выследить. Побежал сюда. Перешел на ту сторону. Он прошел здесь, ломая деревья. Этот раз ты от меня не уйдешь. Thank you.
побежал сюда. Перешел на ту сторону. В этот раз ты от меня не уйдешь. Желтая рубаха. Это должна быть Ольве. За ребят я отомстил. Хоть так.
здесь стоит осмотреться. Давай, плотва! Не знаю. Только кажется мне, что мы их больше не увидим. Уве, а почему, ты так говоришь? Потому что... Пошла. Приветствую. Какие вести? Плохие. Твоего сына убил бес. Единственное, что я смог сделать, это отомстить за него. А ведь говорил я ему, сынок, никогда еще ничего хорошего от Фарер нам не было. Останься дома, придет еще время и для приключений, и для славы. Вот твоя награда. Мне это золото счастья не принесло. Пусть хоть тебе послужит. Мы свои вопросы решаем сами.